Сэр, сэр, тут нет парковки. Почему? А по-моему, отличное место. Отличное? Вы заехали на газон. Извините, но я не могу опаздывать. Что ж, господа, вы завоевали много ценных наград, но сейчас пришло время вручить наш главный приз – нашу жемчужину, золотую бутсу! Я как раз вовремя. Рад, что ты пришел, Эль Матадор. Да, только на 2 часа позже. Эти церемонии такие скучные. Да, ты абсолютно прав, Шейкс. И так понятно, кому достанется бутса. Наши номинанты. О, момент славы. Риано из клуба Барка. Эль Матадор из Суперстрайкеров. Ага. У-ху. Скара из Непобедимых и Шейкс из Суперстрайкеров. И побеждает... Шейкс! Да! Я лучше всех! Друг, ты в пролете! Что? А? Поздравляю, друг. Но в следующем году это будет не так просто. Другого я и не жду. Помни, трофеем ты обязан команде. Ну, может, и тебе стоит чаще делиться мечом. Тоже получишь трофей. Да брось! Только посмотри на них! Состязание один на один я бы выиграл. Приз за жульничество в этом тебе нет равных. Обалдеть! Сначала страйкеры выиграли лигу, а сейчас... Бутса! Все благодаря команде. Слыхали? У него бы не вышло без меня! Что ж, всем спасибо! С нетерпением буду ждать нового сезона. Зачем так долго ждать, Шейкс? Мистер Шейкс? Что это? Дорогой Шейкс, мисс Алтива приглашает вас на личный остров для участия в футбольном турнире. Не может быть! Ты получила золотую бутсу и золотое письмо! Нечестно. Мистер Матадор? О, это уже лучше. Дорогой Эль Матадор, вашу машину эвакуировали. А? Ты правда полетишь на этот остров, Шейкс, бро? Ну, это хотя бы что-то новенькое. Но тогда ты пропустишь закрытие сезона и барбекю у Расты. Не погреешься на солнце. Под классную музыку. И не слопаешь столько еды, сколько в тебя влезет. Нам тоже нужно отдыхать, бро. Не волнуйтесь, я справлюсь. Что это, Скара? Расплата. Мы идем на посадку. Добро пожаловать на остров. Ух ты! Привет, Шейкс. А, Эль Матадор, откуда ты взялся? А, мое приглашение где-то потерялось. Очень смешно, Шейкс. Шейкс? Привет. Привет. Шейкс, как дела? Так, так, так. Это же наш мистер Золотая Бутса. Привез с собой сиделку, Шейкс? Ха! Я сижу только на стульях. И иногда на земле, если стула не хватило. И зачем мы здесь? Я не знаю. Я пока никого не видел. Ха, наверное, хотят нам что-то впарить. Джентльмены, а? Я предлагаю вам нечто более интересное. Уникальное состязание. Прекрасный тропический остров, превращенный в испытательный полигон для лучших футболистов. Обводка, равновесие, стойкость. Вы проверите свои навыки в борьбе с лучшими из лучших. Затем
Двое финалистов встретятся друг с другом в финальном испытании. Почему мы должны участвовать в этом турнире? Готов к веселым выходным, Шейкс. Вы узнаете, кто на самом деле лучший футболист вашего поколения. Впрочем, если кто-то не хочет участвовать, мой самолет доставит его домой. Да, лучше-ка отправляйтесь домой, неудачники. А я останусь и выиграю. И не мечтай, Скара. О, оставайся, Шейкс. Я докажу всем, что это мне принадлежит золотая бутса. Ладно, погнали. Мне очень жаль, Эль Матадор. Мой турнир только для обладателей наград. Судьба, злодейка, ну почему ты меня ненавидишь? Но вы можете отдохнуть в нашем VIP-зале. Хм. Хотите подарок-комплимент? Подарок? Он будет мой! Остальные, судьба ждет вас. Всем удачи! Увидимся у финишной черты. Если до нее доберетесь. Готов к веселым выходным, Шейкс? Да, жалко, плавки не захватил. Как же хорошо отдохнуть от футбола. Итак, план такой. Нордшо, прикрываешь тыл. Мясо шипит, капитан. Кулджо, займись крылышками. Понял, брат. А ты, Тайгер, освободи место в центре. Готово. Эль Матадор, ты? Эль Матадор? Где Эль Матадор? Опаздывать, наверное. Как всегда. Парни, идите скорее сюда. Это самый большой телек, который я видел в жизни. Хорошая погода, Клаус, бро. Давай к нам. Но у этого телевизора есть 3D. На улице все 3D. Да, а на улице разве есть встроенная караоке-функция? Ла! 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 Не споткнись, не поскользнись, через джунгли проберись. С дороги, слабак! Супер-страйкеры, может, и выиграли сезон. Но ты ничего не смыслишь в джунглях. Этот отстойный остров не сравнится с тренировками танкирова! О, мощно! Да, тут опасно. Кто быстрей? Парни, бревно! Мы же в джунглях, тут везде бревна. Тоже мне новость. Нет, бревно! Не туда. Ни золотой бутсы, ни золотого билета. Я даже не могу найти VIP-зал. Это отстой. Третья камера направо. Немного приблизить. Станция 1. Джунгли почти пройдены. Отлично. Станция 2. Второе испытание... готово. Лучше помогите мне отыскать этот VIP-зал. По-моему, его вообще найти невозможно. Скара, ты псих! Зачем ты убрал ликвида? Да, так нельзя. Вы можете делать все, что угодно, а я хочу выиграть. Ребята, у нас проблема большая.
мяч на тот берег проведи, но смотри, только вниз не упади. А? Вы это слышали? Я нет. Именно. Тут очень высоко. Эй, сюда! Хочешь в команду? Просто бросай. Чак, нет! Скара! Да-да, вы уже это говорили, я плохой. Но кого из вас лузеров выбить следующим? Бинго! Грустно, что вы выбыли. Зрителям нравилась ваша борьба с Шейксом. Зрителям? Каким зрителям? Да, вот так хорошо. Переключаемся на первый канал. Вы на моем новом реалити-шоу. Остров футбола. Опасные столбы. Скара паникует, Шейкс торжествует. Остается 4 участника, но только 2 дойдут до финального испытания. И только один станет королем острова футбола. Все это фальшивка? Я предпочитаю термин «управляемая реальность». Что ж, не хотите досмотреть шоу в нашем VIP-зале? Как выиграет Шейкс? Ну уж нет. Надоел мне ваш остров лузеров. О, на вид так вкусно. Вкуснятина. А, готово? Не так быстро. Еще несколько минут, бро. Хочу, чтобы мясо было просто идеальным. Парни, идите скорее сюда. Эй, Клаус, сколько раз тебе повторять? Мы не будем слушать, как ты поешь в караоке. Нет, вам обязательно надо это увидеть. Тут Шейкс по телеку. Его секретный элитный турнир – это телевизионное реалити-шоу. Реалити-шоу отстой. Это не по-настоящему, там все прописано. Хватит, парни. Барбекю никого не ждет. Да! Кто же настолько горяч, что доберется до вулкана? Эпичное финальное состязание над обжигающей лавой. Может, посмотрим пару минут? Может, это VIP-зал? Диваны вроде мягкие, правда, дизайн подкачал. Но подарков нет. А? Ну, пожалуйста, пожалуйста. А, я никогда не найду VIP-зал. Зря стараешься, тебя не пустят, у тебя нет наград. А, да, кроме трофея Суперлиги. Слыхал о нем? Да пофиг! А? Что это у нас тут? Эй, лузеры, как насчет дозы реальной реальности? Добавим огоньку. Алтива, мы обнаружили источник помех. Аппаратная номер 3. Скара? Я вызову охрану. Нет,
У меня есть идея получше. Зрители любят героев, но еще больше они любят злодеев. Привет, Вулкан. Вот и мы. Ты ведь знаешь, я не стану поддаваться. Я этого и не жду, друг. Шейкс и Риано приближаются к Вулкану, но они не знают, кто их там ждет. Что? Скара? Черт! Я же говорю, лажа. Что забыл Скара в аппаратной? Либо я, либо никто. Ничего себе, отдохнули, Шейкс. Не волнуйся, я вытащу тебя. Я так не думаю, друг. Похоже, ты опять легко отделался. Нет! Шейкс, да, ну уже давай! Получается, Шейкс выиграл. Ладно, признаю, это типа круто. Для реалити-шоу. Типа круто? Это самая безумная вещь, что я видел! Ух ты, я прямо чувствую запах дыма от этого вулкана. О, нет, бро, барбекю! Ну, что дальше, Алтива? Риана нет, остался только я. А? Правила изменились, Шейкс. Нет, не может быть! Как ты вернулся на турнир? О, стой. Дай угадаю. Ты жульничал. Угу. Судье пожаловаться ты не можешь. Твоей команды здесь нет. И правила Суперлиги тут не действуют. Сейчас мы узнаем, кто лучший. Как правдоподобно. Зрители ждут. Камеры, поехали. Умей проигрывать, Шейкс. Пора усложнить задачу. Проиграл, Шейкс. Сколько бы наград ты ни получил, ты будешь знать, что один на один я лучше. А? Вперед! Я могу смотреть. Теперь все увидят, кто достоин золотой бутсы. Скара, о чем ты? Ну ты тупой. Это спецэффекты. Ты на реалити-шоу. Но ненадолго. Что? Шейкс! Если это шоу, твой рейтинг сейчас упадет. Нет! Где этот VIP-зал? Я его никогда не найду. И побеждает Эль Матадор. Как он туда попал? Я не знаю, мисс Алтиво. Он должен быть в VIP-зале. Они прошли джунгли. Преодолели пропасть. Погрузились в мрачные глубины. И сразились в жерле вулкана. Но только у одного хватило навыков, мужества и стойкости, чтобы стать первым чемпионом острова футбола. Ха-ха-ха-ха, всегда знал, что я лучший. А что это за остров? Все насмарку. Весь мой тяжкий труд. Нельзя предвидеть все, мисс Алтива. Это же реалити-шоу. Ты уволен! Идиот! Гол забил он, а он тут вообще ни при чем. Пожалуйста, судья. О, забыл. Его тут нет.
Шейкс! Рад, что ты в порядке. И я, мой друг. Ну, что думаешь насчет острова? Что ж, не каждый день удается сыграть на вулкане. Меня от вас тошнит. Лично я иду в вип-зал. Это честь для меня. А где мой подарок? Но ему даже не дали золотой билет. Что я говорил? Подстава! Может, так и было задумано? Ага, чтобы мы весь вечер проторчали у телека. Но зато мы можем вкусно поесть. Нет! Реалити-шоу отстой. Я же говорил, полный отстой!